Отличная новость для студентов. Для реализации направления, озвученного в 5 социальных инициативах Елбасы, в области постепенно увеличивает количество общежитий. Для этого необходимо построить новое общежитие или восстановить, или перепрофилировать существующее здание под общежитие. Местные предприниматели одобрили проект и выразили желание создать комфортабельные комплексы. Следует отметить, что в нашей стране обучается более 400 тысяч студентов, 90 тысяч нуждаются в общежитиях. В Мангистау 1300 студентов ожидают своих комнат. К примеру, предприниматель, который построит общежитие на 500 мест и сдаст в эксплуатацию в течение года, государство ему выплатит 1 миллиард 280 миллионов тенге в течение 8 лет. А если идет речь о реконструкции, то выделена половина суммы. В общем, для реализации этой программы из казны выделено 152,8 миллиард тенге, из них 15 миллиардов тенге. Государство готово сразу направить на реализацию.